Ты чего это проснулась, рептилия? Я хотел показать, как ты спишь. Как обязательно оттопырена лапа по течению воды, чтобы уловить мельчайшие вибрации. А ты взяла и проснулась. Вот ты такая вот рептилия. Спи давай дальше. И лампа светит тут. Прямо она мордочку высовывает вот тут рядом с камнем. Чуть-чуть на него залазит. Кайфит. Да, рептилия?